Нельзя так с людьми поступать. У нас теперь нет ни площадки, ни проезда, ничего. С той стороны вот такой маленький 5 метров проезд. И с этой стороны они теперь все вот это отберут, и у нас только будет проезд. Вот дети, площадки не будет ни детской, гуляют вот на гаражах, на крышах гаражей, и то просто невозможно. Неужели у нас на Камчатке не было хорошего места, чтобы построить такую красивую гостиницу? Новый гостиничный комплекс строится в Петропавловске как раз перед домом 24 по улице Ключевская. Но вот его жители совсем не рады такому соседству. Ведь, по их словам, застройщик хочет забрать половину придомовой территории, на которой находится детская площадка и парковка. Половина детской площадки находится на межованной территории от дома, а половина детской площадки находится на нейтральной территории между стройкой и нами. То есть они претендуют на всю эту нейтральную территорию, захват этой нейтральной территории. Поэтому, как бы, вот, во всяком случае, у нас такие сведения. И мы обеспокоены, на самом деле, вот именно по этой ситуации. Потому что если все это перекроется, то есть вот это вот, как это планируется, то у нас не будет ни стоянки здесь, ни элементов благоустройства. То есть вешать белье, опять же, люди вешают много первых этажей. И, соответственно, будет за проезд закрыт. Когда начиналась стройка, нам обещали какие-то провести действия по благоустройству у этой дороги, дом обещали привести в порядок. Ничего этого сейчас не происходит, а наоборот идет вот такое агрессивное какое-то строительство со стороны подрядчика. И еще плюс вот то, что они хотят у нас вот эту территорию отобрать. Чтобы разобраться в ситуации, корреспонденты масс-медиа «Ньюс» связались с генеральным директором компании-застройщика. По его словам, обещанное благоустройство будет произведено, и никакую территорию отбирать у жителей дома они не собираются. Нам вокруг гостиницы надо делать какое-то благоустройство. Мы будем землю сделать, посадить деревья, поставить заборчик, все аккуратненько сделать вокруг гостиницы, красиво. Ну там вы видели, там ужас, просто визуально не очень все некрасиво смотрится. Там столбы деревянные страшные стоят, сеть вот эта электрическая. Вот. Мы хотим столбы эти убрать, а провод прятать в землю, чтобы все было красиво. Детская площадка там останется обязательно. Жители просто что-то себе придумали, у меня такое мнение. Угу. Вот они сами себе что-то надумали и бьют там тревогу, где-то что-то они услышали. Но на меня вот никто не выходит. Если бы на меня жители вышли напрямую, я бы с ними встретился и объяснил им. Они на меня не выходят, а у меня самого нет времени их собирать. Ничего-то не снесется, и как мы забрать можем? Мы не можем это забрать. Угу. А мы вот эту землю между забором и домом, земельный участок там, половина. Мы вот эту половину хотим облагородить. Я хочу, чтобы там было красиво, вот на той стороне, где детская площадка, чтобы там была зелень, деревья росли, чтобы дети там играли тоже в нормальных условиях. Добавим, что новый отель мирового уровня будет включать в себя 180 номеров, спортивно-деловой центр, концертный зал, бассейн, спа-зону, ресторан и другие развлекательные заведения. После сдачи гостиницы инвестор планирует обустроить на берегу Култушного озера визит-центр и зону отдыха. Безусловно, все это поможет в развитии туристической отрасли на Камчатке. Но что это даст жителям полуострова и краевой столицы, в частности, время еще покажет. Масс-медиа «Ньюс» следит за развитием событий.